правильно сказал, там, который к реке все идет. Вот он правильно вот это все высказал, понимаете? Было мне где-то 10 лет. Ну, я повзрослел очень рано. В наш класс приходит девочка. Имя я не буду называть, не столь важно, но вот симпатия какая-то, да? И у меня к ней, и, в принципе, у нее ко мне такое что-то взаимное, вот, такое вот торжественное и благодатное. И где-то к концу октября уже сидели за одной партой вместе, так или иначе время припроводили вместе в большем своем масштабе. Это 10 лет. Так вот, какое у меня что-то внутреннее зазвенело. Вот вроде бы объект вожделения, желания, ты его приукрашиваешь, вроде бы можно сказать, что это мечта. Но как только эта мечта исполняется, и вот оно в твоих объятиях, объект, нечто твоего мечтания, вот вы сидите вместе в парте. Знаешь, что я поймал себя на мысли? Я не испытал какого-то счастья, вот что-то не то. Почему мне так тяжело стало? Почему я словно бы как сам не свой, как будто мне там, знаешь, ну как, если птица сравнить, обрезали крылья, какие-то кандалы навесили. Что-то не то я почувствовал. Хотя объект-то был, знаешь, вот, ну, вот оно. И вот оно достижение же, знаешь. Но вот именно вот этот триумф и какое-то же обладание, вот оно уже твое, вот уже ты можешь хоть сколько угодно времени проводить вместе, оно уже как бы твое. Не было ощущение счастья, не было ощущения какой-то гармонии и благодати. Я словно был пленником чего-то, вот этого. Мы через определенный срок стали уже, как бы отдалились, все равно были в контакте, но уже, как говорится, отдаленном, уже сидели не вместе, уже, как говорится, виделись не так часто, но виделись. А контакт был сдобренный прагматизмом, то есть я еще деньги уже я зарабатывал, уже передавал деньги, и вот здесь для меня было гораздо более важнее. Я себя поймал на мысли, что мне содержать, мне заботиться, мне иметь возможность позаботиться о ней, еще о другой, ну, грубо говоря, о Маше, о Наташе, там, о Насте, там, о Женечке, там, о Евгении, там, и так далее. Мне возможность раскрыта и реализация вот этой возможности, что я некий такой, ну, знаешь, имею возможность заботиться около тебя, некий такой гарем, причем не обязательно, чтобы был физический даже какой-то контакт, что обязательно там трахаться, там куда-то вместе ходить, а вот просто возможность передать объекту симпатии некоторой, да, и иметь возможность передать ей поступкам, ресурсам, ну, деньгами, например. Но что произошло? Приоритеты жизненные, понимаете? Там, где ты соответствуешь развитию своим приоритетам, там не будет никаких конфликтов, там не будет никаких ссор, там не будет никакой потери энергии или деформации, там будет гармоничное, органичное явление полноценных, и будет контакт именно на таком расстоянии, с таким временным диапазоном, в таком количественно-качественном отношении, которое и является обоюдно-органичным. Это происходит только тогда, когда оба явления развиваются по приоритетам своим. Когда ты развиваешься по своим приоритетам, такие, какие они у тебя истинные, не распыляясь и не тратя энергии на, да, заманивающие факторы, да, какие-то очень блестящие, очень какие-то будоражащие, но все-таки не такие приоритетные, корневые, коим ты являешься и сложен. Вот когда ты развиваешься и реализуешься по приоритетам, тогда и отношения у тебя будут максимально гармоничны, органичны и недефективны. Тогда не будет никаких конфликтов, взаимных выяснений отношений, а тогда будет и степень дистанции гармоничная, обоюдно, и степень взаимодействия органично-гармоничная, и время, проведенное вместе, и главное, ощущение, вот это результирующее состояние, оно будет благодатным, торжественным, недеформационным. Происходит это тогда, когда развиваешься ты приоритетом. Что произошло во мне? У меня явный приоритет – это реализация, ну, достижение целей, и это обеспеченность. Когда я обеспечен сам, финансово реализован, когда я могу позаботиться о ближних своих, не только о девочках и о
ребятах, которые, ну, клан слагают, плеяду, клан. Вот здесь я чувствую, что здесь я реализовал некий гораздо более глубинный приоритет, а остальное уже как, ну, в награду. Знаешь, как заходишь в супермаркет, у тебя есть там, допустим, 100 тысяч рублей в кармане. Ну, конечно, можешь пойти там взять и колбасы там дорогие, красную рыбу там, не знаю, черную икру, пожалуйста, да. То есть это уже как бонусы жизни, которые даже если у тебя вспыхивает какое-то, ну, желание, пусть даже оно будет кратковременное, но ты имеешь возможность, обеспеченную возможность его удовлетворить. Отвлекаясь на очень яркое, на очень манящее, будоражущее, но отвлекающее тебя от некого коренного раскрытия, потом оно тебе не принесет счастья, радости, а будет только тяжестью и отзовется и конфликтами, и каким-то внутренним отягощением. Задуматься о том, а по каким приоритетам ты развиваешься. Может быть, ты что-то не реализовал в себе, не раскрыл, не исполнил, оно как бы отложено в тебе, и переключился ты на что-то, да, может быть, красочное, торжественное, но не такое глубинно-приоритетное, как у тебя. И оно в тебе, понимаешь, вызывает это состояние деформации, ведь дело-то в тебе. Что-то ты в себе явно недораскрыл, недореализовал. Если бы реализовал, у тебя бы не было бы вот такого острого чего-то такого. Поэтому это задуматься о себе. Обратишь, устремишь на него большую волю, силу, фокусировку, реализуешься, и тогда, глядишь, и отношения будут гармоничные, свободные, полноценные, и причин для конфликтов, ну, просто либо совсем не будет, либо будут сведены к минимуму. Что я сам прожил, испытал, очень хорошо запомнил и исследовал, что самое главное, на практике, вот за ныне прожитые свои 35, так сказать, земных лет и в этом воплощении, в этом облике. Поэтому я хочу вас напутствовать на полноценное раскрытие, на реализацию. И тогда, чтобы вы оба полноценные, внутренне свободные, реализованные, торжественные явления обрели эту благодать взаимодействия друг с другом. Может быть, будут не такие продолженные по времени контакты, но пребывание друг с другом для вас будет неким откровением сокровенной бесконечности и данности этого жизненного исполнения. Вот этого хочется мне вам пожелать, напутствовать вас на благодать, на свободу, на торжество, и чтоб момент вашего единства был озарен вдохновением, радостью и благословлен свободой абсолюта всевозможности. Любовь — это наполненность, пустота — это свобода, ну и, как вы понимаете, абсолютная это любовь в свободе как раз-таки, наполненность в свободе, реализация в возможности. Увидеть мир в одной песчинке и космос весь в лесной травинке, вместить в ладони бесконечность и в миге мимолетном вечность.